Всем-всем-всем доброго времени суток. Сегодня у нас решение задачи по геометрии из ВПР 8 класса. В 2020 году 8 классы пишут ВПР в режиме апробации, а с 2021 года в обязательном порядке. Наша задача гласит так. В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом С проведена средняя линия МН, параллельная катету АС. Найдите длину МН, если АБ равно корень из 136, БС равно 10. Нам нужно найти МН. Но МН по условию параллельна катету АС, и она же является средней линией. Мы знаем, что средняя линия равна половине, в данном случае АС. То есть МН равно АС, деленное на 2. И напишем наше условие. АБ это у нас корень из 136, а БС равно 10. Так как треугольник прямоугольный, нам достаточно найти АС. Зная АС, мы можем найти МН. И мы можем использовать теорему Пифагора. По теореме Пифагора АС равно, так как мы находим сторону, значит мы должны извлечь квадратный корень АБ квадрат. То есть мы должны из гипотенузы квадрата вычесть известный нам квадрат катета BC квадрат. Отсюда AC равно корень квадратный. AB квадрат это 136 под корнем в квадрате минус 10 в квадрате. 136 в квадрате под корнем получается просто 136. Минус 10 в квадрате это 100. И мы получаем корень из 36. Извлекаем корень, получаем 6. Значит, МН равно АС деленное на 2, а АС у нас равно 6. 6 деленное на 2 мы получаем 3. Ответ 3. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч!